Барс, который, кстати, прессинговал очень. Барс очень серьезно. Сборная игра. Позиции, да, и вот итог 13-2. Это не Акбарс виноват в том, что мы сейчас проигрываем. Но ведь чуть-чуть-то есть, руки-то есть. Акбарс играет. Силовая. Неудачный пас. 0-0. В пятом матче. Момент хорошего аутомобиля. Когда команда играла в большинстве небольшой и большой шаг.